все-таки победили. Мы будем почаще выезжать и выявлять вот таких вот чмошников. Мусору попадут, если в деле водос, будет заместить закос. Эй, мусор, лови разнос. А за что вас остановили, пацаны? Братуха, а за что тебя остановили? А что, выписали постановление или что? Выписали? А видео показали, а ну пойдем. Да ладно. Ты что, прикалываешься или что? Знак там. И что, ну а ты знаешь про этот знак что-то? А нельзя на превенцию работать? Работаем. Мигалки работают? В смысле мигалки работают? Ну в смысле, вот у меня, я знаю, что есть, не знаю, в каком батальоне было, ребята стояли там и громкоговоритель говорили, что нельзя поворачивать. Так я стоял, вышел уже, все, не и надо. Что? Бахал какой-то. И так. Так, и человек поворачивает. И что? И что я должен? Перебежать, бежать перед ним падать? В смысле бежать? Прямую. Ну, давай я тоже сам. Как я должен был делать? На превенцию работать. Я работаю на превенцию. Я тебе могу сказать, что я сейчас постою здесь, ты не сможешь ни одного пацана. Да вообще без проблем. Можете встать вот здесь, вот и как раз я могу в туалет съездить. Постоите? При чем тут съездить в туалет? Ну я ж не просто так здесь стою. Вас поставили для чего? Да, чтобы для вы чего? Смотрели, чтобы тут не дрифтили, правильно? Да. А вы заодно стоите и за знаки дрючите. Вы не работаете, а вы, грубо говоря, разводите. В смысле разводите? Ну ты... Кого ты... я на что развел? На постановление. Я могу сказать, что ты даже розыск не проводил. Почему? Вот я тебе даю 100% гарантии. Вот не будет от начала до конца. Но я могу с тобой даже поспорить на все, что угодно. Даже готов поспорить на то, что ты мне выпишешь постановление. Надо? Ты не обязан не это сделать. Не надо, а обязан это сделать. Понимаешь? Я тебе просто могу сказать, что вы не проводите чинным, как его правильно сказать, так как полагается розыск. И все. Вы просто стоите, вы повернули, да, повернул. Все, согласен, да, согласен, все, годится. Давай точно такой же сделаю я. Делай. И что, ты меня не будешь привлекать или что? Привлекать? Да. Будем, конечно. Будешь привлекать? Конечно. То бишь, я сейчас еду, да. Ты меня останавливаешь. Да. Мы если начинаем... Если, конечно. И мы начинаем розыск. Если ты едешь, меня видишь, я тебе показываю, что сюда ехать не надо, и ты все равно едешь. А ну, ты разницу видишь между где знак стоит, где, да, знак стоит, а где ты стоишь? Не а теперь сделаем, да, по-другому. Так откуда я знаю? Может, ты просто парковщик? Вот так вот, махаю, не надо, а может, ты с Укртрансбезпеки? Откуда ты знаешь? Ну откуда водитель знает? Может, а почему же ты тогда не станешь вот, да, там перед знаком и не будешь тоже... Я же знаю, чтобы здесь меня видели. А что здесь она нарушаема? Ну покажи мне. Я что? Говорю, чтобы здесь не дрифтили. А ты увидишь. Ну как я увижу, если меня не будет площадь видно? А ты что, не услышишь хорошо? Нет, так? Ну почему тут услышишь или увидишь? А ты должен слышать или должен видеть? Я все должен делать. И видеть, и слышать. Ну. Ты же можешь стать можно, там? Конечно. Иди работать на превенцию. Я хочу сказать больше, что люди все равно не обращают внимания на это. Даже да хоть ты, говорят, хоть ты 1000 штрафов выпишешь. Да я ж, мне нет цели выписывать много штрафов. Если бы у тебя не было цели, то поверь бы, ты проводил бы профилактическую работу раз, а второе, ты бы становился бы там. И все. Вот это было бы правильно. Я ж не просто там приехал и начинаю что-то рассказывать. Я по делу говорю. Службовое посвящение можно? Конечно. Это у нас первый, так, Сердюк Андрей... Сердюков. Ой, Сердюк, извиняюсь, Сердюков Андрей Васильевич. Да. Это у вас первая рота? Все правильно. Ваша, можно? Антопкина Ирина Миколаевна. Все, ну я... Одну фамилию сковеркал. Не, ну ничего страшного. Ну, Кажется, это не ну, во-первых, темно. Я целый день за рулем. У меня взгляд. Вы же отдыхали, а я не отдыхал. Кто
отдыхал. Ну вы перед службой отдыхали. Вы же как водитель должен отдыхать, чувствовать себя бодро. Ну у меня, к сожалению, тахографа нет. Мне тахограф. По себе должны чувствовать. Ну а я знаю, что мне нужно вот ехать и людям помогать. Вы можете часик отдохнуть и в бой сразу. Нет, я не могу бросить и все, чтобы так вы... Так надолго вас не хватит. Я надеюсь, хватит. Не, ну я имею в виду, если будете круглосуточно работать, нет, нужно иногда отдыхать. Нет. Друзья, ну опять площадь, опять полицейский, первый батальон, первая рота стоит и дрючит водителей за знак 4-2. Поворот направо, но кто-то поворачивает налево. Но есть тут одни такие вот хитрые подземные камни, которые полицейский может облажаться при рассмотрении дела, если будет что-то происходить. А я бы не пропустил. Нужно вот. Быть а? Нужно добрее быть. Добрее быть? Конечно, а чего я бы не пропустил? Добрее быть. А что ж он не. А что ж вы его не отпустили? Он бы просто повернул бы и все. Он же никому не создал препятствия. Никому же? ДТП не слава богу. Вы знаете, вы были на месте, когда он проезжал? Создал он препятствия? У нас беспечно вообще-то камеры стоят, беспечное место. И там все видно. Как вы видели именно конкретно, что вы сейчас утверждаете? Конечно, у меня видос скачанный даже есть. У меня даже скачанный видос есть. Вот мы сейчас посмотрим, как вы работаете на превенцию. Если что-то будет интересное, конечно, я вставлю сюда, в ролик. Девушка что-то нарушила? Нет, вот же я понимаю, что вы ничего не нарушили, но у них же должна быть причина остановки. Да, у них реально есть причина. Но я думаю, у них не будет доказательств. Ну это уже вопрос, да, другой. А я могу просто тебе сказать, если меня тут бы не было, я бы думаю, ты бы уже выпишешь постановление. Ну я говорю, да. Но я не ошибаюсь, никогда. Вот никогда я не ошибаюсь. У меня есть на кого равняться. Будьте внимательны, не нарушайте. То бишь логически ты хочешь сказать, что езда без света может у нас по 22-й закрыться, да? Или как? А 19-й пункт вообще не канает или. Ну я просто не могу понять. Тут вы так. Одного хочу отпускаю, а другого не хочу не отпускаю. Ну вот потому что мне лицом не понравилось. Вот здесь вот реально было нарушение. Человек ехал без света. Ты просто увидел документы, не знаю для чего, конечно. Хотя 32-я статья закона о полиции. Другое говорит. И просто берешь, отпускаешь. Ну как такое может быть? Ну тут логически. Как? За собой вы не хотите нарушения пресекать? Хотим, конечно. Хотим? Я знаю, как бы в первом батальоне все хотите. Вот так вот решают вашу судьбу. Хочу, отпускаю. Хочу, не отпускаю. Вот так у нас в первом батальоне, в первой роте решают вашу судьбу. Так что, друзья, показывайте всегда это видео, как это так. Ну, это если конкретно этот полицейский вас остановит. Конкретно вот этот полицейский. Чтобы мы понимали, что происходит.
И пишите нам в группу «Надзор Харьков», будем реагировать, будем помогать. Как-то так. А вот доблестные полицейские стоят на площади и решают судьбу водителя. Уже два человека проехало без света, реакция ноль. Посчитали, что так и нужно. Вот и все. Как-то так.